Всем привет! Сегодня я вкратце расскажу о сборочке Linux Mint Cinnamon 20 версии за сентябрь 2020 года. Под видеороликом будет ссылочка, откуда ее можно будет скачать и попробовать. Ну, вкратце скажу, что программа, которую вызывает всегда проблемы при настройке, это вот Conky Manager, справа он виден, моя приборная доска. И программа SystemBug, которая создает резервные копии системы. Они, значит, здесь установлены, работают нормально. Все проверено, как говорится, можете пользоваться. Добавил я сюда еще вот лупу. Значит, вот такая вот хорошая приспособа. Вот смотрите, я сейчас курсор буду наводить вот на словечко «версия». А вот в этом окошечке вы его уже и видите. Вот завожу, допустим, 13 сентября, видите? Причем лупу, значит, можно там поднастроить, попользовать, установить необходимое вам увеличение. Ну вот, пожалуйста, смотрите, вот версия Linux Mint 20, Ульяна, ядро какое-то и прочее. Хорошая такая штучка, для людей слабовидящих особенно. Экранная клавиатура, ну это вот для таких лентяев, как я. Значит, у меня экран где-то на 1.5 метра там или на 2 от меня. Клавиатурой лень пользоваться. Я пользуюсь мышкой и экранной клавиатурой. Вот на английском языке. Вот, пожалуйста, значит, на русском языке. Беспроблемно. Набор программ, как правило, обычный. Единственное, значит, вот только один я пылесосик здесь оставил. Стейсер. Вот сейчас показывает 10.7. Ну, пойдем на чистку, посмотрим, что тут будет показывать. Ну, тут совсем крохи там накопились. Ладно, не столь уж много. Ну, пароль бросит. Вот, пароль мы ему заведем. Пароль здесь у меня в этой сборочке. Единичка. Ну, было 10.7. Ну, 10.7 примерно и осталось. Вот. Что еще из софта, значит, есть? Значит, ну вот, редактор звука, запись с экрана, музыкальная программа, слушать музыку, значит, редактировать видеоролики, смотреть видеоролики, искать видеоролики на трубе. Ну, графика, несколько программ. Интернет. Две коробочки, облачное хранилище, Dropbox и MegaSync. Пожалуйста, подключайтесь и работайте. Если нет, то регистрируйтесь сначала. Два браузера, Chrome и Firefox. Дальше, значит, программа для общения, Skype и Telegram. Программа для скачивания торрент файлов, программа для скачивания просто больших файлов. Ну, практически еще там остается программа для общения в WhatsApp, но ее сами поставите. Или, значит, вот из менеджера программ, или из синаптика. Офис в полном объеме. Стандартные. Ну что, ну, Conky менеджер работает так. Программа Cherry 3 по умолчанию у меня идет. Планк и онборд, значит, автоматом запускается при загрузке. Калькулятор, ну вот он тут есть. То есть все необходимое для работы, как говорится, здесь есть. Здесь, значит, ну что еще? Ну вот программа TimeShift еще. Вот программа TimeShift тоже позволяет создавать резервные копии, значит, разделов.
Вот две программы, значит, у вас есть SystemBug, TimeShift. Вот. Ну, нормальная, рабочая, проверенная, как говорится, стандартная сборка. Берите и пользуйтесь. Не понравилось, ставьте свою, делайте свою, присылайте, будем смотреть. Ну ладно, значит, под видеороликом будет ссылка на просмотр, на скачивание этой сборки. Попробуйте, обязательно отпишитесь. Ну, желаю вам всего самого доброго, до новых встреч.